Следующая тема, о которой мы поговорим, называется переживание Христа. Это один из терминов, который использует сам Витнес Он пишет следующее: Будучи выведены и спасены из земли египетской, сына Израилева были приведены в пустыню, чтобы затем они шли далее в землю ханаанскую. Земля Ханаанская была землей их покоя, прообразом всеобъемлющего Христа, который объемлет все. Честно говоря, я не уверен, что в Ветхом Завете земля ханаанская была прообразом Христа. Ну вот Уитнес Ли так безапелляционно об этом говорит. Христос есть добрая земля ханаанская, и он наш покой. Желая войти в покой, мы должны войти в Христа. И вот тут начинается ключевой момент. Но где сейчас Христос? Отвечаем, он в нашем духе. Общение с Христом рассматривается в учении Уитнеса Ли не как нечто объективное, направленное вовне, происходящее через посредство слова, а как нечто субъективное, неопосредованное, э, исходящее изнутри нас. То есть, э, если говорить гораздо проще, то когда Уитнес Ли говорит о необходимости войти в Христа, жить со Христом, он говорит не о том, что мы должны устремить свои помышления на Христа, понять то, что он от нас хочет, и разумно ему следовать. Он говорит о том, что мы должны устремиться внутрь себя, потому что Христос сейчас неразрывно слит с нашим духом. Да, то есть истина присутствует где-то в нас внутри. А, возможно, здесь сказалось то, что Витнес Ли, он восточный человек китайский, да, где, как бы, опять же, человек ищет а, суть богопознания, суть а, всех вещей внутри самого себя. А, ведь вся медитация, она как раз построена на этом принципе, да, то есть мы смотрим внутрь себя, да, мы ищем в себе вот этот вот источник э, откровения, источник познаний. Поэтому, кстати, многие критики Уитнеса ли э, они как раз сравнивают его э, учения, находят там некие, э, некий пролез медитации. Я думаю, что это не совсем правильно, э, но тем не менее какой-то вот э, такой опасный, опасный звоночек здесь присутствует. Витнес ли пишет: Лишь переживание самого Господа в нашем духе будет длиться вечно. Учения не сохранятся, они уйдут. То, что нам нужно в первую очередь, это не более обширное познание о Господе. Сегодня нам нужно соприкасаться с Господом. Тогда мы будем обладать надлежащим и живым знанием Господа не из написанного, а из жизни. Если мы познаем Господа таким образом, то будем должным образом функционировать. Надлежащее функционирование, надлежащие дары придут как результат внутренней жизни. А, не то, чтобы я совсем прямо стал с этим спорить. То есть на самом деле, конечно, знание о Боге и знание Бога это принципиально разные вещи, познаниями о Боге еще ни один человек не спас, не оправдался, не осветился, потому что именно знание Бога дает нам все необходимое. Но здесь ли проводит очень опасную грань, когда он говорит о том, что вот эти внешние вещи, учения, которые приходящие, на самом деле бесполезны для нашего духовного роста он тем самым обращает человека к получению информации какой-то неопоследованной, не сформулированной, вот через этот мужичок, да, через какое-то внутреннее состояние нашего духа. То есть, по сути дела, получается, что те вещи, которые мы можем получить при помощи чтения Писания, размышления над ним, да, они все куда-то вот отступают на второй план, не имеют никакого отношения к реальности нашей духовной жизни. Что-то внутри нас движется и течет. И когда мы в этом покое, мы просто-напросто в присутствии Божьем сам образ такой, что-то внутри нас движется и течет, и когда мы в это погружаемся, мы в присутствии Божьем. Всегда возникает опасность того, что когда мы начинаем акцентироваться на внутренних ощущениях, мы путаем некие проявления плотской нашей природы с тем, что Бог делает. По сути дела, помните, мы говорили, когда о мормонах, говорили о том, что они ищут подтверждение тому, что книга Мормона из Библии в каких-то там вот ощущениях своего тела. Там стало им тепло, что-то там возгорелось. Вот это значит, Бог нам показал, что книга Мормона истина. Здесь тоже очень легко это перепутать. Если мы априорно говорим о том, что дух внутри нас и все, что в нас происходит, вот таким вот на подсознательном, интуитивном уровне, это действие Божие, то нам очень легко принять то, что в нас происходит, эти соблазны, страсти, проявление нашей старой греховной природы на самом деле за то, что Бог нам подсказывает. Понимаете, да, что я имею в виду? Когда мы меняем полярности, у нас, э, мы легко можем подменить э, голос Божий э, каким-то голосом человеческим, потому что отказываясь от объективных ориентиров, мы теряем направление. В конце концов, Писание говорит, вот свет нашей ноги, да, вот светильник на нашем пути. Как нам отличить добро от зла, как нам отличить правду от неправды? В нас самих этого понимания нет. Вот здесь оно написано. Поэтому Господь нам дает закон, поэтому Господь нам дает 10 заповедей. Поэтому Он говорит нам о том, что можно, что нельзя, для того, чтобы ориентиры в этом мире сохранились. Они объективны, они от нас независимы, они не меняются из-за наших чувств, из-за того, что мы съели сегодня утром, из-за того, как хорошо мы выспались. И именно в этом их замечательная особенность. Вот это неизменный стандарт, который всегда направляет нас по правильному пути. Если мы говорим о том, что наше знакомство с Библией, наше понимание ее, оно не нужно или второстепенно, то мы отдаем себя на откуп вот этим всем случайным флуктуациям, которые в нашем организме, в нашем теле происходят. Витнесли пишет, что-то внутри нас движется и течет, и когда мы в этом потоке, мы просто-напросто в присутствии Божьем. Тогда внутри нас возникает сияние, и все озаряется светом. Нам становится все ясным, что правильно и что ложно, есть ли то воля Божия или нет, имеет ли это отношение к смерти или жизни. Все проясняется внутренним ощущением. Акцент, который делает витнес Ли, ставится не на том, что Христос раз и навсегда сделал для нас на кресте, а на том, что мы с вами делаем сейчас, чтобы войти в во Христа. Бог использовал Мартина Лютера, чтобы восстановить истину, касающуюся оправдания верой, при котором Христос служит нам праведностью. Давайте еще раз. Бог использовал Мартина Лютера, чтобы восстановить истину, касающуюся оправдания верой, при котором Христос служит нам праведностью. Но вкушение Христа с целью наслаждения все еще нуждается в полном восстановлении среди детей Божьих. Исполнение Божьего замысла опирается главным образом на вкушение Христа. Христос служит нам внешней объективной праведностью, чтобы мы пировали им внутренне и объективно. Вот эти вот слова «наслаждение Христа» и «пировать Христом» или «есть Христа», как еще Венесли говорит, на самом деле являются ключевыми моментами его богословие его понимания отношений с человеком, то есть по сути дела, картинка такая, что основная задача христианина человека оправданного Христом погрузиться вот в это состояние внутреннего бессознательного подсознательного единства нашего духа с духом Христовым, и когда мы наслаждаемся этим присутствием, все остальное в нашей жизни меняется как бы само само собой. То есть сознательные усилия потому, чтобы исполнять волю Божию, сознательные усилия потому, чтобы понять Божье Слово, сознательные усилия потому, чтобы разделить в нашей жизни правильно или неправильно, не только не нужны, они на самом деле вредны. Потому что Витнес Ли говорит, что каждый раз, когда мы прибегаем к помощи нашего разума, нашей воли, наших чувств, мы тем самым отключаем вот этот внутренний источник внутренние ощущения, внутренние переживания, которые на самом деле являются истинным источником нашей жизни. Ли в своих писаниях именно поэтому решительно протестует против стремления христиан делать дела, изучать писания, создавать некие внешние формы поклонения. То есть зачем нужны все вот эти вещи, зачем нужны церковные скамейки, зачем нужен хор, зачем нужна кафедра, зачем нужна проповедь, зачем нужны пасторы, зачем нужно все остальное, если на самом деле наша истина исходит изнутри нас. То есть все вот это не имеет никакого отношения к реальной духовной жизни. Он протестует против стремления христиан обращаться к Богу в молитве с просьбами, потому что наши просьбы – это все проявление нашей чувственной внешней природы. На самом деле, оно нужно не просить, а именно, как он говорит, переживать Бога, наслаждаться Богом, пребывать в Нем. То есть, вот, знаете, так и просится слово «нирвана» на язык. Опять же, я не, не никоим образом не хочу сказать, что это видно, Ли проповедует, но вот, опять же, параллель, она знаете, где-то вот у меня в подсознании сидит, да, то есть вот настолько похоже э, на то, о чем он говорит, что э, как-то вот так и хочется об этом сказать. А для Витнаса Ли э, все что было перечислено внешний формы поклонения, молитва, чтение Библии и так далее. Это жизнь души, плод дерева познания добра и зла, в котором добро и зло перемешаны и отвлекают человека от единственного необходимого наслаждения триединым Богом в собственном духе. Здесь, правда, надо сказать, что для лета не означает полного отрицания церковной жизни, христианского поведения и служения. Просто лишь считает, что все это само по себе неизбежно последует из того, как мы живем. То есть, другими словами, нам не нужно заранее определять, как это надо делать. Просто если мы вот погрузимся в это общение с Богом внутреннее, да, если мы позволим Духу нас пропитать, все остальное как бы само собой появится и можем заранее считать, что все, что мы делаем, если мы пребываем в Духе, это как бы вот само собой, разумеется, все это по определению является правильным. По мнению Иоанна Соли, правильно в кавычках живущему христианину даже не нужно молиться об укреплении помощи и мудрости в христианской жизни, он должен просто сосредоточиться на прославлении Бога за то, что его дух присутствует в моем духе, и тогда все остальное придет в нашу жизнь само собой. Здесь нужно сказать вот какую вещь. Действительно, Писание говорит о том, что Бог смотрит не на дела человека, а на сердце человека. Да, перед Богом важно не а, столько правильность наших каких-то внешних вещей, а, выполнение каких-то правил и законов, сколько то, что при этом происходит в нашем сердце. Да, Бог ищет не фарисеев, которые выполняют огромный список различных правил, а людей, которые искренне от сердца служат Его, даже если они постоянно при этом спотыкаются и падают. Помните замечательную притчу про мытрые фарисеев, да, когда человек пришел... Два человека пришли к Богу, один не смел даже глаз поднять от земли, говорил, Господи, милости будь ко мне грешному, а второй говорил, Господи, спасибо тебе, что я не такой, как этот мытарь, у меня есть возможность выполнять все, что ты от меня хочешь. И Господь говорит, что мытарь вот этот, да, несчастный, грешный, который переживает свою греховность, пошел домой более оправданный, нежели нежели фарисей. То есть на самом деле Господь смотрит на сердце наше. И действительно нужно признать, что подчас наша праведность человеческая. Вот наше представление о праведности оно сводится к чисто внешним делам, да. То есть как часто христиане превращаются сильно в таких посетителей церкви профессиональных, да? которые хорошо знают, где надо встать, где надо сесть, что надо есть, чего не надо есть, что надо пить, чего не надо пить, да? чего надо делать, чего не надо делать. Но при этом это все сводится именно к исполнению. Определенных правил, да, Бог уже где-то далеко отстоит от а, нашей жизни. В этом отношении, да, действительно, Писание об этом говорит. Но опять же, видно сли, заходит гораздо дальше. да То есть речь идет не, а, не только об этом. Видно сли, следуя собственным представлениям о том, как Бог действует в человеке, фактически впадает в противоположную крайность. А, по сути, в его богословии интуиция человека становится заведомо непогрешимым источником знаний и мудрости. Но Писание это говорит о том, что никакого слияния Духа Святого с нашим духом не происходит. Дух Святой остается духом Святым, а наш дух остается нашим духом. Мы не обожествляемся изнутри. Наш внутренний голос, наш голос интуиции, если даже она у нас есть, не является голосом Божьим. И Господь потому дал нам Слово и заповедал пребывать в нем день и ночь. Потому что мы сами можем легко обмануться. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, кто э, познает его. Писание уже в Новом Завете говорит нам о том, что мы должны познавать волю Божию и преобразоваться обновлением ума. Ключевая фраза для разумного служения вашего. Это то, чего Господь от нас хочет. Чтобы мы познавали волю Божию и разумно служили Ему. То есть, по сути дела, то самое отчего Витнесли пытается нас всячески отговорить. Более того, Господь прямо заповедует нас, нам не только наслаждаться Богом, то есть славить и хвалить Его, но и обращаться к Нему с прошениями и ходатайствами. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. Иакова, 4 глава, 2 стих. Помните, это замечательные слова. Не имейте, потому что не просите. Просите, потому что не имеете, потому что не, для, не, не добро просите, а что потребить для ваших вожделений. И филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Ни о чем не заботьтесь, но о всем молитые и прошения с благодарением. Открывайте желания ваше перед Богом. Итак, вот эта вот картинка человека, как ее представляет себе Уитнес Ли. Она будет очень важна для нашего дальнейшего разговора. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www3